По данным организаторов, в этом году во всероссийской массовой гонке участвовало более 5 миллионов жителей нашей страны. В нашем городе лыжня России объединила более 2000 димитровградцев. Массовый забег состоялся на лыжной трассе в районе улицы Курчатова. Меня приветствует всех участников сегодняшних соревнований. Особенно вот молодежь, которая сегодня передо мной стоит. Ну, соответственно, старшее поколение, которое у нас пойдет чуть позже. Мне приятно, что все-таки в нашем городе спорт начинает процветать. Активный зимний отдых любят дети, студенты, взрослые и люди пожилого возраста. Наглядно это показала массовая гонка, где наряду с ветеранами на старт вышли и малыши. 6-летний Егор Выжимов принимает участие в лыжне России уже второй год. И, как и в прошлом году, стал победителем забега. Бежалось хорошо, я победил, ура! Самый младший участник всероссийских соревнований, 3-летний Дима Кирпо, вышел на лыжню вместе с мамой Оксаной и дедушкой Вадимом. Семья заняла второе место. За хороший результат Дима получил шоколадку. Все хорошо. Хорошая погода, солнышко, лыжня хорошая. Самое главное участие, но мы заняли второе место. Все-таки. Марина Антуганова, Константин Белов. Наше время.